Прием-прием, здорово всем, с вами Skillhearts, и вы просто не поверите, прошло достаточно много времени, не было возможности записывать видосики, наконец возможность появилась, девиэйтер дали ранний ключ, ранний доступ, вот, у меня сегодня 26.07, игра эмбарго спадет, по-моему, 2 августа, привет будущему владосу, так сказать, на геймпаде будем играть, это должно быть просто феноменально, просто умопомрачительно, я уже вижу то, что графика мыльная, давайте мы сделаем красивую графику сейчас, все. Чуть поярче, чтобы на ютубе глаза не вытекали full screen. Ну, в принципе, раз работает, я это не буду трогать. Frame limit. Particle. Без понятия, что такое particle. Я не очень хорош в английском. Честно сказать, ощущение, что игра не применила настройки. Честно сказать, еще фиг с ним. Подожди секунду. Одним глазом глянуть. Русский есть? Вот Lango. А, так вон оно как. Control gamepad. А, китайских. 2 китайских. 4 китайских. Короче, вот 4 китайских, один английский. Поехали. Это, короче, Hollow Knight, второй, который мы заслужили. Я тут много всяких штук наговорил. По-моему, это было в демоверсии. Я, честно говоря, не помню, играл ли я в демоверсию. По-моему, играл. Чуть так... А, это у меня хвост павлиний распушается. Ты только посмотри. Ладно, балдежно. Слушайте, знаете что? Есть такое ощущение, что начали хрустеть кнопки геймпада. Raise Shield LB, Left Button. Нажал. И чё? Игра зависла? А, так. Может... Нет. LB. Left Button. Может, на мышке? Нет. Слушайте, а чё ж? А чё не так? Управление я держу. Всё ещё оно на мне. Давайте, может, я сейчас Alt-табнусь, ну, Alt-F4 нажму и вернемся. Так, ну давайте еще разочек. Не знаю, честно сказать, что это было. Моих полномочий, дамы и господа, недостаточно. Ага. Надо было держать. Press Hold. Я не... Подожди. Ну, я все правильно делаю вроде, по красоте. То есть, когда... Подожди, у него есть вот такая штука, и вот типа он ставит. Ладно, я думаю, разберусь. Камон. Я должен был собрать или нет? Не уверен, что я сделал все правильно. Скорее всего, неправильно. Просто отбил. Типа показал, кто тут босс этой качалки. Слушайте, темно феноменально. Темно настолько, как никогда не было темно. Мне, если честно, очень страшно, но ради вас я не боюсь. Взял какую-то суперсилу. Очевидно, это дэш. Юх, сколько эффектов. Ага, так. Ну, а так тоже хорошо. У меня ничего не тратится на атаку, и мне это нравится. Interact. Так. Soul Dew. Роса. Роса души. А знаете, откуда я знаю, что это роса? Потому что Mountain Dew. Вот так фастфуд помогает Владосу изучать английский. Не уверен, что это был добрый персонаж или злой. Ну, я всек на всякий случай. А потом уже буду разбираться. Может, он добрый? Ладно. И этого мы с вами сегодня не узнаем. Блин, реально кнопки скрипеть. Причем, может, я не замечал, причем все начали скрипеть. Ну, X, A, B, Y. Так, LB to parry. Counter. А это, очевидно, нужно frame perfectно сделать, чтобы парирование осуществить. Ну-ка, давай пипяка повторим. Хопа, сюда. Без шансов для этого монстра. Мне кажется, да, она душу мою высосала. Ты смотри, вроде малютка, а как высосет, так это мало не покажется. Ну, давай. Значит, может быть, это тоже можно парировать, но я не знаю. Могу просто всечь. По идее, да, без проблем. Могу просто всечь, могу сложно всечь, без вариантов. Всекаю со всех... Ой, тихо. Я очень боялся, что эти штуки могут пропадать, но, к счастью, нет. Это, знаете, бывает, встанешь, а она через 3 секунды пропадает. Так, у нас видео идет. Было бы очень неловко, если бы оно не шло. Так, девиэйтер, я не знаю, без понятия, кто я, зачем я, куда я, почему я, ради чего мы в этом мире. Чушь, ты посмотри, какие хоромы. Выглядит красиво. Слушайте, ну вот, тот, кто скажет, что это не Hollow Knight, я скажу, вы серьезно? Может быть, стоит открыть глаза? Чушь, какая малютка сидит, о-ля-ля. Hill Cathedral Messenger, you must be wondering. Да, очень wondering. Очень интересный английский язык. Разумеется, кому нравится лор, могут закрывать видос, потому что Владос против лора. Он лора-ненавистник.
Ну, только если на русском, и то если послушать. Вот это, конечно, идеально. А если на английском еще что-то... Ой, не-не-не-не, не сегодня. При всем... Ой, ну какие, конечно, визуальные тут планы и стили. Я просто не могу. Чё за возня? Чё ты начинаешь? Успокойся. Так, это у нас, очевидно... Подожди, а как я только что карту активировал? Не понял. Неужели карты только в хабе есть? Блин, я, честно сказать, ни кнопок больше нет на геймпаде. Я ж как-то... Может, вверх, может, вниз, может, слева, право. Я как-то... Ага, на правый стик. Окей, понял, плюс принял. Давайте, может быть, немножечко хаб поисследуем, чтобы посмотреть, что нам тут вообще имеет смысл искать или не искать. Не просто же так он тут нам предоставляется. Очевидно, это с другой стороны получится зайти. Мне очень хочется дэши заиметь, но пока нельзя. Так, говорит, ё-май, колды, рюд, миши, ага, сафрин. По-моему, бабушка злая. Бабуся. Вообще, бабуся, короче, недовольная. Непонятно, что она хочет, насколько она хороша. Так что мы пока что не будем бычить на бабушку. Возможно, она нам еще пригодится, как говорится. И на старуху бывает, вы сами знаете что. Одним глазом еще налево сходим. Я обычно налево не хожу, но ради вас. Только ради вас. Обычно я примерный семьянин. Кого я обманываю? Конечно же, не я. Придется фантастические паркурные силы. Ну, мне кажется, надо туда идти и времени тратить. Я немножко забыл, куда. Вот сюда вроде бы. Нет, не сюда. Мне очень легко потеряться в пространстве. Не будем сбрасывать это со счетов. Я думаю, это с нами еще сыграет злую шутку. А шутки я люблю. Нам же сюда, вроде сюда. Пойду, наверное, вниз, на дно, так сказать. Чтобы подняться, нужно сначала опуститься. Ауф, как говорил мой друг Волк. Правым стиком я не могу, кстати, и левым стиком менять направление камеры. Не знаю, может быть, это потом нам дадут возможность такую. Сейчас такой возможности нет. Так, малютка невероятная, сюда. Это что такое? Что-то непонятное, но я победю его, наверное, просто, да и все. Атак Парис. А, ну он ту полоску мне заполнил. Это понятно, это как бы, блин. Мне кажется, любой еж это знает. Если его убить нельзя? Можно, три удара аж тратится. А эту штуку надо лутать? Да, еще как надо лутать. Вот это да. Только начали играть, а уже столько механик, я уже в них запутался. Не знаю, что будет дальше. Ага. Мастерство не пропить. Да ты смотри, у него... О, это как в Blasphemous. Здесь, короче, все тебя хочет... А как лечиться? Тут тебя все хочет бить, представляете? А я не очень такое люблю. Не думал, что успею спарировать. Можно? Не можно. Наверное, нужно целую эту зарядить. Тогда надо идти бычить на этого работягу. Слишком много он себе позволяет в этом мире. Мастерство парирования не пропить. Сюда. Нет, не могу. Все равно я не могу исцелиться. До сих пор жму треугольник как не в себя. Если бы я был треугольником, я бы, честно скажу, сдался уже от такого давления. Но этот треугольник справляется. Блин, может там какая-то кнопка была уникальная, я ее забыл. В обучении, возможно, была. Ну, этого мы уже не узнаем с вами. Так, у нас тут... А я помню это место, это в домоверсии было. Эта штука, если я не ошибаюсь, если я... А, это шишку надо теребить. Если я правильно понимаю... То эта штука нам преграждает путь. Такая, знаете ли, элемент Metroidvania. Не знаю, что это за аура у моего персонажа появилась. Может быть, я суперсильный стал? Суперсильный, невероятный, мощный, уверенный в себе? Хотя бы в игре это не буду. Думал, можно секретную стену пробить, но нет. Пробить тут только можно дно. Идти хотел всякую. Все ништячки забрать, что, собственно, и сделал. Не уверен, что мне в эту сторону стоит идти. Но вариантов у меня нет. И карты у меня нет. У меня много чего нет, знаете ли. Я испытал фиаско, но я вроде заблочил. Или это засчитали парированием? Если так, то это немножко нечестно, потому что... Как по мне, это было абсолютно несложно. Ничего себе, у меня пушка длинная. Хотел сказать, что шишка длинная, но все мы знаем, что это не так. Ага, вот я хилку выбил. Да тоже и сюда могу, господи. Так много возможностей. Обрел мощи, которая и не снилась моему отцу. Ну не иначе. Сюда визуально нам не дадут пойти. Значит, надо идти эту пипяку всекать.
Братишка, я на другом уровне познания. Я уже с другой стороны, пока ты там думаешь, с какой стороны атаковать Владоса. Уж реально с трех ударов их убиваю. Жесткий парень у меня стал. Осторожно. Очевидно, без этой ауры я бы их убивал только с одного удара. С двух, точнее. Ежели сейчас с одного. Ну вот, без карты, конечно, тяжело. Но ничего. Рано или поздно мы ее сможем найти и разузнать все эти секреты. Опа, это что такое? А, пробудить тебя надо. По-моему, я зря это сделал. А, так это лифт. Я думал, это какой-то непись, с которым можно перетереть. Может быть, здесь нам покажут какой-нибудь короткий путь. Я все надеялся, что она закончится, я смогу двинуть куда мне надо, но не смог. О, мистер, здорово. Ага, конечно, давай, у меня есть доллары. А, соглашение. Ага, там денег нету. Так, ну очевидно же. Очевидно, мне дали... Нет, в смысле, а на что я согласился, дружище? Подожди. Alright. Короче, меня развели. Скам, скам на бабки. Осуществили развод, лоха. Ладно, придется отращивать шкуру. Потому что, очевидно, я стал мамонтом. Не могу сказать, что я горжусь этим, но деваться некуда. А, вон оно как карта, ты смотри. Я, похоже, ему просто деньги отдал. Ну ладно, надеюсь, хотя бы у нас близость потом с ним будет, с этим жукодамом и жукоменом. Я бы не отказался, честно говоря. Всегда хотел попробовать с жуком. Не осуждайте, если что. Я вроде заблочил, а будто бы запарировал. О, шуш! Нашел секретный секрет. Ну тупо чемпион секретиков. Как же хорош этот мужчина. Ты просто посмотри, подобрал что? Подобрал темный кристалл. Стоит ли мне им пользоваться? Я, честно сказать, не уверен. И также я не уверен, как нам отсюда... А, нормально все. Выбираться есть опция. Главное, как говорится, чтобы в жизни были опции. Блин, ну я же потом спать не буду, если не лутану. Вот так теперь будет спокойно. Я очень надеялся, что смогу вниз бить, но не смог. Повезло, что он урон не нанес. Похоже, я запарировал даже спиной. Налево, направо, давай налево. Не до конца уверен, что это хорошая опция, но других у меня нет. Так что будем считать, что эта опция хороша. Там, кстати, кракозябра полетела. Интересно, будет ли она... О, мистер босс, иди сюда, давай посмотрим, кто кого. Ну, очевидно, что босс. Или нет? А я думал, что босс. Они пропадают или нет? Они так как-то... Они меня явно куда-то к чему-то готовят меня. Какой-то... территория грез. Что это? Кто это? Интеракт. Strange Journey... это элемент Metroidvania. Ну конечно же. Ну логично, логично. Братишка, говорит игра, ты сюда рано пришел, покушать еще не подано. Так что придется возвращаться. Ну ладно, я надеялся на битву с боссом. Но опять же, логично, что перед боссом должны поставить сохранялку. Чтобы если вдруг... Если вдруг получится, не получится, то ты всегда мог достаточно быстро вернуться, что ли. А не вот это вот, знаете ли, все. Ага, а тут у меня вообще вариантов нет. Меня переиграли. Ой-ой-ой, как так-то? Я просто хотел лутать. Мне, в принципе, многого не надо. Лутануться и сохраниться. И, в принципе, хорошая сделка, если честно. Так, и сюда мы можем еще ниже, на дно, так сказать. Могу сломать? А, могу пройти. Может быть, здесь будет босс? Это будет мини-энкаунтер. Ну, против шмелей я, в принципе, нормально. В детстве со шмелями сражался. Слушайте, у меня даже пушка, короче, становится. Когда у меня это... Как это называется слово-то? Сейчас я вспомню и скажу вам. Когда, получается, не горю, а голубым. Когда я не голубой, все тогда не очень хорошо. Блин, этот гриб очень опасен. Я не уверен, получится у меня с ним разобраться. Парировать боюсь, рискну. Тупо уничтожил этого грибного мужчину. О, это было неприятно. Может, сегодня парирование будет работать? Нет, игра? Лечиться надо. Владос, лечилок нету. Ладно, one HP, boys. Достаточное количество хп, чтобы обосраться, я понял. Жиденько пошло, жиденько пошло. Неприятно, но бывают в жизни огорчения. По идее, нам тут буквально...
Буквально два шага. Я, в принципе, помню эту схему прохода. Сейчас мы все осуществим, повторим. Немножко растерялся, чуть-чуть растерялся. А, по-моему, сюда. Нет, не сюда. Я здесь вообще не выйду, я понял, вспомнил. Осознание вернулось резко и внезапно. Этот монстр в самый низ попал. Повезло, что они не получили урона. По идее, вниз, да? Да? Да. Все, это то самое место. Души надо забрать. На какую кнопку? Вот так надо разбирать, ладно. Сейчас мы оголубеем, так сказать. Ну, это же такое некрасивое движение вы делаете, ребята. Ладно, мастерство парирования не пропьешь. А, это не ваншот, я думаю, ваншот. Нифига не ваншот. Ладно, сейчас будем разбираться и осторожничать. Я думал, я спиной парирую, потому что один раз уже у меня получилось, но, видимо, нифига. Все нормально все будет, не переживайте. Чемпиона не победить, ребята. Лечиться надо. О, я могу абсолютно в любое время лечиться. Это очень приятно. Такое нам нравится, такое мы берем. Так, возможно, сюда можно пройти, но, возможно, невозможно. Что-то мне подсказывает, что нельзя. А что нам это даст? Ну вот мы прилетели, а толку-то с этого? Дальше-то мы никуда особо не двинемся. Так, уничтожили эту штуку. И теперь можем пройти в разные... А, нет, слушайте, вот сейчас я мог вниз посмотреть. Energy Dirt. Press B to attack. Понятно. Как же неудачно, то есть. То есть на Б у ворота не будет. Это для меня очень грустно. Я очень люблю, когда ворот на кнопку Б. Просто если ворот не на кнопку Б, мне грустно. Да, можно вниз смотреть, окей. Правым стиком шевелишь. И ребишь его, драконишь, так сказать, под одеялом. И можно смотреть вниз. Так. То есть, бяу, сюда, молодой. Ну и что, напал ты со спины, а толку? Напал со спины, доделывай дело до конца. Интересно, можно было ее прям на полпути остановить, так сказать, как сказать? Очевидно, что нет. Ну сюда игра говорит, братишка, ты не пройдешь. Говорит, опасный монстр не прошел, а ты уж тем более не пройдешь. Так, у нас есть опция. У нас есть опция наверх пойти и опция на вниз. Здесь я, в принципе, могу тоже куда-то попасть. Пойдемте одним глазом глянем. Я могу эту штуку открыть, чтобы ходить потом туда, куда мне нужно. Нужно и не нужно. А, ну вот и все, собственно. Не, настолько паркурить я еще не умею. Моих полномочий определенно недостаточно. Босса бы сегодня поглядеть, было бы здорово. Ой, ну ты прям очень подло сделал, братан. Одну штуку всего я лечу? Я думал, я сердечек 15 исцеляю, а по факту нифига. Очень странно. Я все еще не понимаю, за счет чего мне зеленое сердечко дают. Честно, не понимаю. Вроде и пытаюсь понять, но... Моих полномочий недостаточно в этом деле. Кто, да что ж такое страшное-то? Как тигр напал из-под тяжка. Не успел. Тут фиаско. Тут мой косяк. Ой, нос зачесался. Смогу я вернуться? Да, могу? Раз понимаете, если я вижу лут, лут должен быть собран. Иначе никак. А, я могу разные скиллы, походу, использовать. Давайте сохранение и босса. На меньшее, и я не согласен. О, ля-ля, снизу чья-то семья. Или они добрые, или они недобрые, не уверен. Нормально. Что-то она мне сказала, но я не понял, что хороший ли это слог, или не очень. Говорит, иди вперед, я тебя догоню. Ну, раз догонишь, то значит так и надо. Эквип скилл старт. Хорошо, скиллов у меня не то чтобы много. И вариантов у нас тоже не то чтобы много. Вопрос. Наверх или налево, или на низ? Куда идти? Непонятно. История умалчивает. Слушайте, тут целая локация еще дальше. Может быть, стоило вниз сходить? Это что это? Абсолютно без понятия, что я налутал. Но что-то явно было собрано. Еще не совсем понятно, как это все как перемещаться между уже имеющимися, допустим, местами. Пока что не ясно.
По-любому как-то можно, просто не понимаю как. Музыка просто экстра балдежная. О, малыш, ты добрый? Ты не добрый? Иди отсюда, пень. Нифига себе в нем хп. Ты что, мистер босс? Ты что, убийца? А как дышать-то? Он бессмертный. Еле победил, еле превозмог. Еще чуть-чуть. И можно уже было не быть таким веселым. Штука, которая выпадает, слишком далеко летит. Не нравится мне это. Ну, можно... О, эта штука тоже дамажит. Кто же знал-то? Так, нам наверх. Полечиться бы кто-нибудь дал. Но нечем, к сожалению, лечиться. А раз нечем, то и не нужно оно нам, это ваше лечение. И сюда можно пройти. И туда можно пройти. Знать бы еще, куда мне нужно идти, а куда. Но это выглядит как новый биом, либо как биом, в котором я еще не был. Либо как босс. Стоп, я что тут был? Не совсем еще понимаю, где... Ну, по-моему, тут был 300%. То есть назад вернулся. Хорошо ли это? А я не уверен. Ну, выходит, я тупо назад вернулся. Сейчас было бы очень здорово. А, я понял, эти штуки нам показывают. Очевидно, я раньше не мог пройти по каким-нибудь причинам, потому что заблокировано все было. Ну, скорее всего, так. А уж как по факту, я без понятия. В смысле, у тебя самое наведение, что ли? Так, а ну-ка, не надо. Давай без фигни. Ну, как так-то? Значит, там секрет. Ну, вот оно. Ну вот оно все так и понятно, но меня победили, превозмогли, уничтожили. Слушайте, давайте, наверное, на этом замечательном моменте мы закончим. Я думаю, мы обязательно еще поиграем. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, играйте в хорошие игры. Всем добра и удачи. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Честно скажу, что контента там почти нет, но вдруг кто-то хочет поддержать меня, так как сейчас это лучший вариант с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Ну и также выражаю просто внеземную благодарность всем, кто уже поддерживает. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья и играйте, пожалуйста, в хорошие игры. Всем добра!